Всех привет и приятного просмотра. Продолжаем мы проходить Warhammer Total War. Давайте попробуем им воевать с ними. С этим грабством, можно так сказать. Не знаю, как это сказать. Вот еще. Вот с ними. Мы с ними плохо и отношения имеем. С этими тоже плохие отношения. Но этот как-то поменялся с ними, что у них территория здесь есть. Даже а сколько у тебя? Уровень сил 10. Вообще-то уровень сил 10 неплохое. Уровень сил. Но мне надо как-то свою империю возвращать. Надо как-то это делать, на самом деле. Ну и со всеми воюет. Я надеюсь, он скоро меня разгромят. А мы пришли к тебе. You dare come at me, making demands? Call yourself men of the Empire? Объявить тебе войну. Звать никого я не буду. Who calls? Men, I will fight with you. No. Not while I reign. Praise Sigma. Moving off. Bring me to my men. Men, war calls. Так, делаем так. Так, вот так, продолжаем. Fight for our nation. И сейчас подкрепление придет у нас. Sigma compels us. А таким подкреплением нормально будет? No peace, just war. Силу на равных. Ну, через 11 ходов только они. Да, у них тут мартины. Вот это конница, блин. А мне еще и такого... Into battle. Плюс, если они бы вышли бы, или стоять 11 ходов. До сдачи. Но мне при этом надо тут что-то создавать. Можно сказать. Так, у нас скоро тут конницы будет видеть, да? Может, лорды создать, а лорды нанять лорда. Дорого стоит. 230 держания. Че, ну ладно, давайте один ход пропустим. А там посмотрим. Осады тоже города делают, один из ходов. Он скоро захватит и уничтожит эту страну. А мы туда придем, их уничтожим. Так, поселение в осаде, понятно. Война. Понятно, строительство лесопилки у нас. Это у нас получается прибыль. А торговли прибыль, да? Смотри, давайте посмотрим. Торговля у нас, по идее, появилась, да, потому что торговля у нас бревно тебе появилось на продажу. Это просто замечательно. Так, и что мы можем тут еще создать? Давайте посмотрим. А, здесь тебе, здесь это и лесопилку. А если лесопилку... Подожди. Второго уровня, да, бревен больше будет и 150. Можно было это построить. Чтобы больше денег. Давайте посмотрим, что у нас и в нашей главной столице. Вижу, можно сторожевую башню, тут точнее городскую стражу построить. И тут у нас больше будет, да? Но для меня это невыгодно. Давай все-таки тебя поставим здесь. 500 золотых дополнительно еще денег больше будет приноситься. Может, это здесь тоже? А что я уже забыл здесь хотел я построить? Вот прям именно здесь. Что ты же хотел здесь построить? Не точно не это. 100%. Так, даже не знаю. Даже не знаю, что я хотел здесь построить, уже не помню. Отчемить просто время память. Прям. Слишком много разнообразия игр. Что тут вообще можно построить? Давайте посмотрим на город. Так, город у нас строительство. Ничего такого у нас тут нет, да? Может, тебя, воин-жрец?
Но мы больше выше ничего сделать не построим же. Вот что проблема. А, давайте кабак я хотел тут, да? Кабак же тут хотел построить, да, я? Скорее всего. Ну давайте, значит, что мы делаем? Давай, мы со мной здесь находимся, тебя построим, да? Пускай денежку нам побольше будешь приносить. Рост мне особо не нужен в данный момент. Давайте сделаем пока так. Или, может быть, вот это сторожа еще, но построим все-таки пограничную территорию. Надо что-то делать с этой пограничной территорией. Тут у нас как дела? Тут пока у нас ничего нет, но мы можем построить это, лесопилку второго уровня. Давайте построим лесопилку второго уровня. И через сколько будет она строиться? Через 3 хода. Все через 3 хода у нас. Тут пока мы стоим. Пока мы стоим, здесь у нас ничего такого нету. Осаждаем город. Надеюсь, оттуда никто не придет. Очень сильно это надеюсь. Так, а что у нас по поводу территории? Давайте посмотрим. Тут пока ничего такого нету, да? Замечательно. Пока ничего нет, замечательно. Ну, значит, пропускаем ход. Speak, I will hear you now. Be warned, my mood is dark. Так, и что ты хочешь? Мирный договор он хочет. Ну, я не против мирный договор. С ним. Ну, у меня вот эти обидятся. К нам будет плохо могут относиться. Можно так сказать. Но зато нам освободиться. Давайте, я согласен. Greetings, fellow heirs of Sigma. Вступить в войну, мне 250 дадут денег. Но это он такой просто обычный. Это не от союза он попросил меня. Так, фракция уничтожена. Мариенбург. Мариенбург какой-то. Мариенбург навсегда прошел. Это фракция понятное дело. Морская карта, технологии исследуем. Морская картография опасное дело. Спросите отца адмирала Рота. Так, заключили мир. Тщательно. Строительство завершено. Теперь мы можем нанимать хорошую армию. Избыток населения, понятное дело. Так, теперь технологии. Что у нас по технологиям? Торговый флот. Давайте торговый флот. Или все-таки нет? Рост, не рост, нет, доходность 5%, давай тебя. Все, замечательно, здесь пока все стоит у нас. И что нам это дает на самом деле, я без понятия. Это понятно, что можно строительством заниматься дальше. Так. Что нам делать-то? Тут построить, что ли, 3-й уровень? Сюда у нас будет она. Денег больше будет приносить, 500 золотых. Больше денег, и мы можем еще одну лорду будет нанять. Давайте сделаем так, мы построим. И будем уже думать того, чтобы нам... Чтобы нам создать лорда. Которым сможет нам пограничные города держать. Только внутри городов. Let us forge our faith. А, блин, нанят агент. У нас сразу деньги минус, да? Cleanse the empire. Воин-жрец какой-то у нас, господа. Let us forge our faith. Pick up the pace. Давайте попробуем куда-нибудь сюда отправиться. Step to it. Yes. The rights of war are ready. Иди сюда пока, в следующий раз пойдешь. Так, избыток населения, понятно. Нанят агент, понятно. Так, что у нас в столице? Что у нас в столице? Пока ничего у нас строительство ведется. Сюда так и будет у нас строительство здесь. 4. Ну, у нас тут денег нет таких. На самом деле.
Пока что нету. Ну, посмотрим, что дальше будет. Надо вот это все-таки улучшать, но при этом я сначала, скорее всего, найму себе лорда, да? Нанять себе лорда. Дисциплина. Who calls? Step to it. Now. Стоишь здесь и давай тебе наймем. Два хода будут они делаться. Empire's blessings. Все, yes. У нас денег нет, да? Чуми просто. Ну давайте. Мечники, подожди, а где наш этот? А, вот они, алебарды. Давайте лучников. Оно лучника и... Оно алебарда. Пока что. Намёк. Конечно, минус деньги. Yes. И ничего страшного. А как у нас тут продолжение идётся? Пока держится, yes, да? My lord. Ready. Нет, ты мне нужен. Ulrich's will. Как у нас дела здесь? 8 ходов еще, да? Продолжаем осаду. Men, we must attack. Да, продолжаем осаду, не копим деньги и себе деньги держим. К нам они улучшаются все-таки. Но им не понравилось, что я мирный договор с ними заключил. А, умение, забыл об этом. Давайте по его коня сразу дам. И вот это дам тебе. И все, больше мне ничего не все, пропускаем ход. А это может жрица там. Не, надо что-то там обменяться как-то. Надо все-таки обновлять чутка референции здесь, лесные эльфы и Аргвилион. Вообще без понятия, кто это такие. Так, задание провалено. Да, задание провалено. Я не выполняю это задание. Так. Война объявлена. Богр княжество какое-то. Не знаю, что за княжество. И вообще там нету нифига. Ни территории, ничего. Так, еще война. Еще война. Нам впереди придется, я так понимаю, строительство. Вся денежка должна прилететься. Но она прибавилась, но при этом не отряды прибавились. И сейчас чутка минус ушли. Получает, ну ничего страшного. Ну что, наймем еще кого-нибудь. Давайте коняшек. Мечников наймем, пусть они будут у тебя. Yes, son of Sigma. Onwards. Чуточку армии соберем на 1000. И думаю, все будет нормально, да? Так, а я могу обменяться? The момент? Empire! A fool's action! Так. Onwards! Pick up the pace! Да, у нас один меньше, я хочу эту жреца дать императору. Пускай император у нас жрецом будет. Пускай он... Так, теперь 1000. Так, война. Длиннокожие здесь. Изменение магии ветра опять какой-то. И нанять отряд. А еще один отряд будет только чуть позже. What do you require? For Sigma! A time to heal! Он бежит, бежит, бежит туда. Так, что у нас тут может быть вообще? Давайте посмотрим. Пока у нас нечего, что-нибудь построить нечего. Пускай так и будет пока у нас.
А этом здании у нас что-нибудь вообще будет? Здесь меха. Меха обязательно надо построить. Без меха никак, никуда, ни сюда. Фу, подождите, а у нас же появился чувак, да? Пусть будет сидеть у нас здесь. А мы погнали дальше. Пускаем ход. Смотрим, какая у нас прибыль будет после этих нанятых коней. Блин, как поддержать на самом деле? Так, поручено. Соберите ход до завершения. Император империи растет для защиты границ и захвата новых владений. Вам нужно более войск. Соберите новую армию. Это, конечно, все прекрасно. Но плохо то, что я уже армию собрал. Я больше не могу. Мне невыгодно еще одну армию собирать. Так, давайте лучше. И взять халибардов. Я думаю, на этом пока все. Все остальное теперь будем сейчас копить денежку на то, чтобы нам что-нибудь построить здесь. Let us forge our faith. Атак! Так вот, теперь ты здесь. Так, а ты вообще нулевый, да, уровень тебя? Ёб ты мать. Ну ладно, как скажешь. Так, постройки тут завершены, замечательно. Давайте посмотрим, что мы можем тут еще построить. Тут можно вот это второе. О, вот это у нас можно построить, но я не хочу это строить. Это второй уровень нам не хватает. Так, что у нас? Здесь у нас. Я бы тут Мартин бы уже построил, но мне нужно 4320. Почему-то какая-то скидка, что ли, у меня действует. Не понимаю. Ну ладно, не страшно. Продолжаем. Так, а что у нас здесь? У нас здесь плюс 8, 4 указ. Так, налоговая ставка. Рост. Мессер 7 плюс. Пока здесь все нормально. Давай сделаем налоговую ставку в следующий день. Посмотрим, что из этого выйдет. Пускаем ход. Так, набор отряда. Замечательно. Пока все, пока хватит нам. Я прилагаю за него. By the comet. Прийти вот этот город на всякий случай. А вон он захватил уже это. On march. К этим границам. Тут без разницы, где будешь сидеть, на самом деле. Не, я жду 4000, чтобы мне построить новое улучшение моей столицы. И мы наконец-то научились нанимать мартины. Это очень хорошая штука, я так понимаю. Нам это очень пригодится в будущем. Greetings, fellow heirs of Sigma. Что ты хочешь от меня? Проход на проход к войска. Походу дел здесь сжимает, да, он, или я не понимаю. Да, я согласен, приходить у меня своими войсками. Так, в Бретонии я достигну хитрости и открытой угрозы, но Бретония и Арта теперь объединены конференцией. Торговый флот. Торговый флот возит имперские товары из Ульматана, Инда и далеко Катая. Так, вас преследуют дурные знамена. Какие-то из наших деяний прогнивало богом, но их нрав переменчив. Со временем они могут вас простить, а может, вам стоит применить с ними уже сейчас.
дань давайте дадим, и у нас денег вообще там. Давайте посмотрим, что-то мне тут не нравится, что тут творится на самом деле. Как где дела вообще? Praise Sigma! Да, я вижу тебя, что побеждать, что ли? А это территория чьё вообще? Подожди. Не то я сделал. Они к нам плохо относятся. Так. Даже ухудшается. По ходу дела следующие они могут нашими противники быть. Мне быстрее надо вот это делать. И сюда границам перенаправлять армию свою. Может, так сказать, посмотреть, что из этого будет вообще. Тут краски. Тут соль, блин, богатая такая фракция. Так, а где я видел этот? Так, сюда нажимаю. Это не то вообще, что хотел я увидеть. Дипломатию, что ли, смотреть надо? Провинция империя написана, да? Да. Это провинция империя. А какой у него уровень? 17-й, он даже хуже, чем этот. Он хуже, чем вот этот. У него 9-й даже, господа. А что, здесь сил вообще, что ли, нет? Ты скоро так погибнешь. Нежить. Получается, но это ненадолго, походу, дело. Ну ладно, ничего страшного. Так, где наш воин? I will marshal the men. Давай сюда. Что у нас тут вообще предлагают делать? Я построил, но это у меня предостаточно. Скоро даже уровень поднимется. А мы лучше будем копить на совершенствование здания. Так, что у нас дела? Raise your weapons! Дела. Еще два хода и у нас три хода. No peace, just war. Пока продолжим. Так, нам надо изучение выбрать, да? У нас немного осталось на самом деле. Давайте рыболовный. Да, изучение тут слишком странное. У меня слишком странное это изучение. Так, эльфы и они конференцию, да? Конфедерацию создали, понятно. Темноте темпери вольф. Уничтожена. Изменились опять ветра. Война. С тобой воюете, я знаю, ты тоже с ними воюешь. Ну ладно, воюйте дальше. By the comet. А, вот что у нас. The Empire. The nation calls. Захватить, это очень плохо для меня. Даже эти территории будут захвачены, мне придется с ним воевать по-настоящему. Я сейчас вообще ничего не делаю, не понимаю, что творю я, ну что-то творю. Ха. Так, нам осталось еще немного времени. Сейчас я вот, значит...
Идем. Что-то слишком быстро все перевезли. You come before me as arrogant fools. Refusing union weakens us all. Нет, с тобой я договариваться не буду. I am Carl Franz. Many call me Emperor. Я чувствую, что тебя он поджимает, но я не могу сейчас помочь вам с этой войной. Они вышли из леса, рогатые звери, ходящие на двух ногах, словно бы насмешка над людьми. Они козноногие, дети хаоса, они явились за нами. Они пришли, чтобы растерзать наш мир. Их боевые стадо шагают по свету, уничтожают все за своим пути. Крепите оборону, ибо страшный гнев зверолюд. Опять они, что ли? И где они появились? О, эти фракции предложили заключение мира. Очумить просто. Ладно, хорошо, это плюс. И где они есть, это зверолюды? Нет, это я не буду. Так, что у нас здесь? Мы можем построить? 4800, не, мы не можем построить, мне нужен еще один. Вот. Не, там смысла никакого нету, мне нужны мартины. Блин, ну честно сказать, это очень маленькая армия против них. Но я при этом их не вижу нигде. Они уничтожили эту территорию, и все, она ничейная, надо будет брать себе ее. А куда они, интересно, побежали-то, а? Фиг узнает, без понятия, что тут делать. Блин, боюсь, на самом деле, боюсь, они сильные. Придут, уничтожат мне город, и все, и больше ничего не останется. Не, мы один ход еще будем. Men, war calls! В любом случае, один ход будем держать, чтобы построить столицу. Ой, простите, основную армию. Призыв к ваши союзники на ваших союзника напали. Кто это такие вообще? Кто это? Каран Кадрин? Гномье пиво. Это вообще гномы, что ли? Ёб твою мать, вот эта территория. Даже это ваша территория, что ли? Я не понимаю. А, нет, это другой гном, короче, походу делал, да? Вот это да. Я согласен, но смысл не понимаю, к чему это все. Так, что у нас тут? Как дела у нас, господа? Следующий ход у нас будет того, что мы здесь. Это замечательно. А мы переходим к главному, можно сказать, нашему. Наша столица, и наконец-то строим четвертый уровень. Пять ходов устроится. Самое что мы построим его, и будет просто замечательно. Так, зверолюдов, пока я не вижу нигде на моей границе их. И это очень хорошо пока. Мы все это захватим. Так, а почему у нас такая ситуация? Вышел, что вы воюете с ними, вряд ли. Секунду. А, ёб твою мать, они захватили вот эту территорию, что ли? Все-таки захватили они эту территорию, господа. Все больше и больше становится у нас противников. Очуметь, ну тут тоже древесина, но я не знаю, будет ли сидеть, я не буду, не знаю.
Ладно, хорошо, замечательно. С ними пока не воюем, у нас получается. Значит, надеюсь, может дальше будет так. Или мы будем тут что с ними делать. А мы пока еще один ход пропускаем. Так. И у нас очень плохое состояние. Объявляет войну вот этот чувак. Нашим союзникам. Дай бог, он сюда придет и будет грабить. Но мы сейчас без всяких проблем вот это захватим. И эти пойдут сюда. А наш император может сюда вернуться. И нам надо отсюда забрать лорда одного. Сюда куда-нибудь. Ну, это плюс того, что мы можем захватить вот эту территорию. Давайте, я вступаю в силу за наших союзников, можно так сказать. Я, не знаю, зря, не зря это делаю. И наши теперь вот эти враги. Краски есть, это очень непросто. И мы можем сюда идти в атаку. Ну, осады, блин, а тут плохо. Осады идет. Понятно, все. Так, дальше секундочку. Ну, вообще-то у них не слишком сильная армия. Why talk to you? The grand. Понятное дело, что они нас не любят. Ладно. Как у нас там дела? Преимущество просто огромное. Attack! Даже и на Men, we must attack! Не особо, конечно, огромное у нас преимущество. Into battle! Вот еще. Так, а да, не знаю, тут у нас пока войны у нас нету здесь. This is my land. Оппонент 2, 3, 4, 5. Who calls? Неохота уводить отсюда армию. Очень-то неохота. Давайте пропустим еще ход, посмотрим, что из этого будет. Greetings, countrymen. I welcome your offer. Если я с тобой оборонительный союз сделаю, ты попросишь меня помощи, а я не It is good to see our allies of the mountains. А ты что хочешь? Военный союз со мной? Нет, я не хочу с тобой военный союз. У него вот один военный союз, вот сюда. Ух, ёб твою мать. Ваша армия, прошедшая вглубь вражеской земли, преследует зловещие знамена на темной луне, висящей в небесах. Проступает тень какой-то рогатой бога. Солдаты напуганы, взгляд... Морис Либа. Получаем. Men, I will fight with you. Да, колоссальное преимущество. Raise your weapons. Я оставляю так и думаю, скорее всего, в следующем записи мы будем штурмовать вручную. Это хочу посмотреть, как это. И потом стараться... Not likely. Прийти сюда, да? Блин, а нам тут опасно ходить, на самом деле. Yes, my lord. Опасно. Мне пока еще много чего не построено. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Если они, вот эта армия нападет сюда, я им даже не выдержу. Или сюда. Ну, сюда не страшно. Посмотрим. На этом, я думаю, нотик, господа, мы закончим. Увидимся в следующей серии других поражений. Всего удачи вам и пока.